Физкультурно-оздоровительный комплекс Кашхабского района на один день превратился в игровую площадку. Здесь прошел традиционный конкурс «Всей семьей на выходной». Главными героями праздника стали семьи, участники увлекательной семейной эстафеты. 5 смелых и сильных команд приняли участие в эстафетах. Мы проводим конкурс праздника «Всей семьей на выходной». Это как бы мама, папа, я, дружная семья. Вот раньше проводился вот в советское время конкурсы. Это вот примерно то же самое. Сегодня у нас идет отборочный тур. Внутри районный конкурс проводим. У нас сегодня участвует в конкурсе 5 семей. Это с Кашихабля семья, с Вольного семья, с Бличепсина семья, Дмитриевское поселение и Натырбовское поселение. Вот 5 семей, вот вы сами видите, сейчас начнется конкурс с участием волонтеров, жюри. Это мы проводим уже не первый раз. В прошлом году не было из-за пандемии. Мы в этом году возобновили этот праздник, это участие. И очень отрадно видеть в новом зале мы сегодня проводим. Спасибо большое спорткомитету за участие и помощь. Народ, что откликнулся, семьи, поселения, ихняя помощь. И мы рады проводить такие конкурсы. Это сплачивает, это значимо. И все рады такому мероприятию. Соревнования прошли с задором и азартом. Участники прекрасно справлялись с заданиями и показали отличное спортивное мастерство. В ходе конкурсов пришлось вспомнить массу навыков. Тут пригодились и скорость, и ловкость, и сила. Thank you.
подвластные только дружным и слаженным семьям, заставили пап, мам и детей не только потрудиться, но и от души посмеяться. В итоге награды нашли своих героев. Победителем конкурса стала семья Шмаковых из Вольнинского сельского поселения. Команда-победительница получила право представлять район на республиканском этапе, который пройдет 14 мая в Геогинском районе. Все участники мероприятия были награждены грамотами.